Здравствуйте! Сегодня я выехал на природу, чтобы заготовить веники для бани. Сегодня буду готовить дубовые веники. Вот видим, какая дубовая роща. И буду готовить сейчас веники из ранее приготовленных веток дуба. На один веник вот таких веточек где-то идет около 15 веток. Собираем их. Первые ряды накладываем вот такой зеленой стороной вовнутрь друг друга. Получается у нас как бы здесь оголенно. Лишние ветки обрываем, накладываем. Накладываем по окружности так. Вот сложили. А теперь по окружности накладываем наоборот. Темно-зеленый цветом листва должна ложиться наружу, чтобы прикрыть эти оголенные места веток. Делаем эту накладку по окружности. Смотрим, где неровность, там добавляем побольше веточек. Вот так накладываем аккуратненько. Вот видим, вот эта ветка одна выступает. Сейчас я ее прижму как раз. И прижал. И так далее накладываю. Листья. Плохие листья обрываем сразу. Берем только ровные. И так вот готовим. Веничек. Вот листва, как видим, какая хорошенькая. Все. Тут где-то около 15 веток. Можно даже сосчитать 2, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 веток, даже меньше, чем 15. Вот 13 веток таких дубовых получился нам на один веник. Беру хомут и зажимаем его. Хомутом очень удобно. Все. Это просто у меня конец оборвался, а так желательно не обрывать конец. Еще когда он подсохнет, веник, тогда еще можно будет немножко подтянуть. Вот такой хороший веничек. Сейчас концы эти обрежем. Обрезаем где-то сантиметров 10-15 на руку, чтобы взяться рукой так. Можно в двух местах вязать, но я буду вязать в одном месте. Это можно обрезку сделать и секатором, можно и топором обрубить. Все. И под крышей сарая я вот так их вешаю. Никакой пресс придавливать не буду. Вот так вешаю. И листва будет не сопущена, и будет веник аккуратно выглядеть. Вот такие хорошие веники. Каждый сможет заготовить себе в этот период времени. Потом хорошенько попариться в бане, когда нам захочется. Ну вот и все. Возможно, это видео будет востребованным. Кто не знает, как связать веник для бани, просмотри это видео и сам сможет это сделать. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, легкого пара, до свидания.